Официант. Чем я могу помочь? Счет, пожалуйста. Давайте протрезвеем. Выпьем, чтобы протрезветь. Хватит пить. Сяонянь. Идем. Что ты делаешь? Не упади. Не упади, Ванзи. Стой на месте, держись. Как больно. Что ты Вставай, делаешь? Давай, давай. Отвезу вас домой. Домой. Выпьем. Вставай, мы едем домой. Я отвезу вас домой. Вставайте. Ну же, отвезу вас домой. Куда мы поедем? Домой. Ванзи. Господин, еще Хватит два. Хватит нести чепуху. Вы угощаете? Тихо. Отпустите меня, я не пьяна. Успокойтесь. Тише. Вы кто? Отпустите. Замолчите. Выпьем. Отпустите меня. Вы напились. Как некрасиво и глупо. Когда я был так мил с кем-то.透明的墙，见你目光坦
转时光，你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界，要给就给完全，要收就收全部，可是言太潦草，领悟太仓促，那一段路我们颠倒无数，这一场音乐孤单不辜负，收就收全部，可誓言太潦草，领悟太仓促，爱的迷途我们颠倒无数，这一场глупая不辜负。Какая тяжелая. Босс, тебе не нужно приезжать за мной, она заснула. Хорошо. Босс. Что? Знаете, я не очень понимал Ши Сяо Нянь и ее подругу. Но сейчас, в любом случае... Ближе к сути. Они правда хотят помочь вам и доказать свою ценность. В последнее время они были заняты тем, что происходит в компании. Я знаю, это... не поможет. Но, вероятно, это заставляет их чувствовать, что они бесполезны. Вы сказали ей рисовать то, что она хочет. У нее нет ресурсов или каналов. Свяжись с журналами и поспрашивай. Если кому-то интересны ее комиксы, я заплачу деньги. И еще. Это ты отвез ее домой ночью? Почему эти двое просто не могут сказать друг другу, когда протягивают руку помощи? О чем они только думают? Девушка, почему нельзя спать как леди? Это?
На столе стакан воды. Вы можете испытывать жажду после пробуждения. Почему она звонит? Алло? Мишен, как я вчера добралась домой? Это я отвез вас. Что? Я знаю, что вы джентльмен, но можно было снять обувь. Что ж, я торопился и забыл. У меня дела, я должен идти. И, кстати, Сун Цзэпин в безопасности. Не беспокойтесь о ней. Привет, Сяонянь. У меня сильно болит голова. Я не собираюсь работать. Я дома. Он? Почему ты здесь? Почему я ничего не помню? Мои наброски. Наверное, это Мишен. Это... Как он это сделал? Я убью его. Сегодня у нас выходной. Ван Зи нет. Почему ты здесь? Нужно поговорить. Недавно был ремонт, поэтому небольшой беспорядок. О чем ты хочешь поговорить? Цянчу сказал, ты нарисовала два свидетельства о браке. Ему и тебе, верно? Да. Дома я не нашла второе. Оно у тебя, не так ли? У меня. Отдай его мне. То, что было в прошлом, все равно не считается. На них наши с Цянчу имена. Если он вспомнит, ты... Я видела свидетельство Цянчу. Так ты изменила имена. Да, изменила. Но я не знала, что у тебя есть еще одно. Знаешь, вы двое тогда были такими ребячливыми. Неважно. Это наше прошлое. Ты сказала это в прошлом. Теперь у тебя есть парень. Как насчет сделать одолжение друг другу? Ты отдашь мне свидетельство, и я перестану тебя беспокоить. Ши Сяонянь, я люблю Цянчу. Я люблю его не меньше тебя. Познакомься я с ним раньше. Мы смогли бы быть вместе до конца. Многие верят в это и надеются. Надеюсь, у тебя все получится. Сестра, я умоляю тебя. Ради наших старых времен. Окажи мне последнюю услугу. Сестра. Господин Му, встреча в главном офисе через час. Я знаю, расслабься. Схожу за файлом. Я подкину им идею и скажу, что мы думаем о преобразовании. Мы с Ди получим в пятницу удостоверение о браке. Думаю, нужно сказать ее сестре. Ди не захочет рассказывать сама. Хорошо. Сестра, умоляю тебя.
Цянчу! Я должен идти. Что ж, пойду работать. Я заплатил за проезд и за арендную плату. Это номер с видом на море, который тебе нравится. Оставайся там, пока не найдешь квартиру. Хозяйка не говорила, что нужно съезжать. Хочешь, чтобы она выгнала тебя? Там мало места, и она доставила тебе неприятности. Не терзайся, езжай и оставайся там. Иначе я опоздаю. Кстати, напомни мне о комиксах. Я скоро свяжусь с журналами. Хорошо, езжай. Понятно. Цянчу, позволь объяснить. Я не смогла найти его, я смотрела дома. Но я не нашла его там и подумала, вдруг моя сестра его взяла. Я понял, Ди. У меня встреча, я должен вернуться. Я не могу подвести тебя. Босс. Я постучал. Да, но я не говорил, что ты можешь войти. Босс, я опоздал всего на несколько минут. Не злитесь. Она подозревает? Нет, я сказал ей утром, что это я ее отвез. Все нормально. Она ничего не ответила? А что бы вы хотели услышать? Нет, ничего не ответила. Господин Му, госпожа Ши выглядела нервной. Вы что, поссорились? Нет. Это нормально нервничать перед свадьбой. Все немного боятся брака. Договоритесь о встрече в эту пятницу. Это важная встреча, я не могу ее пропустить. Хорошо. Мне действительно нужно кое-что узнать. Что ты делаешь? Цянчу, знаешь, какой сегодня день? Глупый, год назад я встретила тебя. В тот день ты потерялся, помнишь? Я не вижу. У меня нет особого представления о времени. Я забыл такой важный день. Все в порядке, Цянчу. У меня для тебя кое-что есть. Что это? Я не вижу. Это свидетельство о браке. Я нарисовала нас с тобой. И написала наши имена. Оно у тебя в руках. Мы никогда не расстанемся. Понимаешь? Да, да. Я оставлю его у себя и не потеряю. И ты никогда не сбежишь от меня. Цянчу, у меня есть маленькая коробочка. Пусть свидетельство останется здесь.
Так оно не потеряется. Пока главная студия находится здесь, пусть она будет выглядеть так. Ши Сяонянь, остановись. Продолжай работать. Сяонянь столько нарисовала. Молодец, Ши Сяонянь, когда ты нарисовала столько набросков. Кто это? Ван Зи? Не трогайте, они мои. Отдайте мне. Вам не жить. Что думаете об этом? Здорово. Сяонянь, что? Не убегай. Отдай мне. Сяонянь, они великолепны, замечательные. Я набросала их, чтобы выпустить пар. Шедевры рождаются из каракулей. Нужно внимательно посмотреть. Смотрите, смотрите, сколько хотите. Они бесполезны. Пригодятся. Мишен сказал. Что сказал? Я не знаю, что там с Мишеном. Он снял мне номер в отеле. С тех пор больше не появлялся. Я не знаю, о чем он думает. Я знаю.
Вы получили свидетельство о браке, но все подумают, что ты любовница. Для этого нужны шикарные апартаменты. Баюй, за работу! Отдайте мне, отдайте наброски. И когда Ши Сяонянь столько нарисовала? Она великолепна, правда? Знаешь, я их утащила, пока она была в ванной, и сделала копию. Я выполнила свою работу, теперь твоя очередь. Как я мог проиграть тебе? Я позвонил в издательство. Вот увидишь, как удивится Ши Сяонянь. Кстати, скажи мне, почему ты ни разу не появлялся с тех пор, как забронировал отель? Если я не заставлю тебя решать вопросы с комиксами, ты просто исчезнешь? Что ты имел в виду? Почему ты делаешь такое лицо? Думаешь, я брошусь на тебя? Я часами искала курортный отель и... Ты спросил меня, будто я проявляю инициативу. Я не это имел в виду. У меня не было... Не было чего? В чем ты меня упрекаешь? Забудь. Не надо с собой постоянно носить свидетельство о браке. Сделай это в любое время. Не стоит жалеть. В любое время, когда захочу? Зачем все время держать при себе свидетельство о браке, если не хочешь развода? Почему держишь его при себе? О чем ты говоришь? Я держу его при себе, потому что... Боюсь, нас будут проверять, если я стану жить с тобой. Чего смеешься? А ты? Почему ты не хранишь удостоверение о браке дома? Боишься, что кто-нибудь увидит? В тот день я положила его в сумочку, потом пошла на работу. Я думала, что вернусь, поэтому не взяла его. Я забронировал номер высшего класса с видом на море. Где море? Все заставлено. Ты глупый, это слишком дорого стоит. На регистрации иностранец хотел поменяться, и я согласилась. Сколько писем? Что происходит? Это мой комикс? Своего агента не собираешься обнять? Если хочешь меня поцеловать, я смогу это вытерпеть. Но не говори моему Мишену. Никто не хочет тебя целовать. Теперь ты принадлежишь кое-кому другому. Как будто у тебя был шанс. Но Ван Зи, как ты это сделала? Не просто попасть в этот журнал. Я давно в бизнесе. 10 секунд, и ты расскажешь. 10? Мы не ожидали, что он станет настолько популярен после публикации. Ши Сяонянь, похоже, у тебя талант к рисованию. Мы не ожидали этого. Мы? Я и Баюй. Хорошее предложение. Думаю, нужно рассмотреть его. Живая аудиопрограмма. Хотят, чтобы пришли Сяонянь и прототип ее персонажа. Какой прототип? Они должны пойти. Эта программа сейчас на пике популярности. После нее появятся десятки тысяч поклонников. Ши Сяонянь, ты станешь хитом. Не упусти эту возможность. Иначе я буду презирать тебя. Но никаких «но», ты получила этот шанс. Идем, Ши Сяонянь, идем.
Вы получили куда шанс. Куда идти? Куда мне идти? Прототип персонажа? Ди, у меня дела по работе, о них нужно позаботиться. Алло? Сегодня днем? Хорошо. Подготовьте материалы. Понятно. Ди, я... Я думала, как мне тебе сказать... Сегодня днем у меня особенно важное прослушивание. Будет жаль, если я не смогу пойти. Теперь у тебя встреча. Я не буду чувствовать себя виноватой. Внезапная встреча. Будет неуместно, если я не приду. Все нормально. Работа важна. Рано или поздно мы получим эти удостоверения. Выберем другой день. Играли в баскетбол? Я приготовила жареный рис. Хотите? Зайдите. Вы бездельничаете сегодня. В чем дело? Я приготовила жареный рис, как в каждую субботу. Неделя пролетела так быстро. Время подобно стреле, а луна зданию. Плохое настроение с утра? Нет. Неплохо. Приготовьте в следующий раз побольше. Что ж, мы не прояснили это в компании в прошлый раз. Вообще-то, я думаю... Я же сказала, вам не нужно беспокоиться о ней. Я знаю, что не сильно помогаю, но я... Перестаньте, хватит ходить вокруг да около. Что ж, я... Понятно, сделай это. Через 5 минут. Нет, через 15. Мы уезжаем. В последнее время вы заняты? Очень занят. Но мне не нужна ваша помощь. У меня 5 минут на завтрак. У вас 10 минут, чтобы высказаться. 5? Всего 5. Впервые мой комикс увидели в таком популярном журнале. Как вы просили, я сделала то, что хотела. Правда, там все немного преувеличено. Не переборщите с выводами. Продолжайте завтракать. Угощайтесь. Работа важна. Босс, могу я быть честным с вами? Босс, не можешь. Я должен сказать это. Босс, способ, которым вы выражаете свои чувства, немного особенный. Ближе к делу.
У вас есть чувство к Шисяоня, не так ли? Я же не слепой. Слепой. И вы разрешили мне водить? Тогда зачем вы это делаете? Просто скажите ей. Сказать что? Скажите ей, что вы чувствуете. Ты такой скучный. Что в этом скучного? Любовь и страсть совершенно нормальны. Теперь ты познал любовь и страсть? Я говорю о вас, ребята. Речь не обо мне. И, босс, вы боитесь, что она откажет вам. Я понимаю. Но зачем вы это делаете? Почему вы так к ней относитесь? Она проявляет к вам немного любви, а вы холодны в ответ. Холодный прием. И вы не разрешили мне рассказать ей, что это вы помогли ей. Я еле сдержался. Ни не нуждается в ее деньгах. Это ее дело. Но вы многое сделали ради нее. Вы должны сказать ей. Ей не нужно платить за меня. Так вы пойдете или нет? Куда? Она вам не сказала? Шисяонянь, ты создала проблему. Возьми на себя ответственность. Ты сводишь меня с ума. Ты пошла к Гунау позавтракать и просто ушла? Кто пойдет на шоу? Ты или я? Или Баюй? Или ты собираешься играть две роли? Хочешь показать там раздвоение личности? Нет! Просто Гунау так занят. Он выглядел так, будто только проснулся. Я боялась у него спросить. Мы не обязаны этого делать, Ван Зи. Мы попросим редактора это отменить. А ты скажешь ему, что я заболела? Мне плохо. Грипп. Может сказать, что ты умерла? Я не это имею в виду. Я имею в виду, мы не обязаны это делать. Пускай все продвигается постепенно. Я буду усердно работать и уложусь в срок. Дела с публикацией идут отлично. Мы не должны. Делай, что хочешь. Даже гору сдвинуть легче, чем тебя. Ты сама виновата. Ван Зи, я не откажусь от своей мультипликационной мечты. К тому же, с твоей помощью я уже получила свой второй хит. Попросишь Гуноу? Нет? Тогда я пойду. Нет, Ван Зи! Почему ты такая непреклонная? Я непреклонна, Шисяонянь. Кто пойдет на шоу? Я понял. У меня идея. Предлагаете? Заполучить молодого симпатичного мужчину, как Гуноу? Молодой и перспективный бизнесмен вместо Гуноу. Это не повлияет на тон комикса Сяонянь. Кроме того, мало кто знает, кто этот прототип, им все равно. Можно обмануть. Это вполне выполнимо, но... Где мы найдем молодого и перспективного бизнесмена? И мы изучали искусство, а не бизнес. Дайте подумать. Если не возражаете, я помогу. Успокойтесь. Мы обновим систему как можно скорее, согласно вашим предложениям. Соотношение цены и качества. Я уверен, вы не будете разочарованы. Господин Шен положительно относится к Хван Шен, нежели к Ни. Господин Чен, не обращайте внимания на эти слухи, мы должны подписать контракт. Конечно. Прошу. Кстати, когда Ши Сяонянь дает интервью? В следующий вторник в 3:00. Босс, я думаю, вам не все равно. Я освобожу вторую половину. Нет. Она не сказала мне. Так что она справится сама. Хорошо, господин Чен, ждем хороших новостей. Да, хорошего сотрудничества.
Оу, давно не виделись. Все нормально, я не спешу. Пожалуйста, не торопитесь. Я уже все сказал. Господин Му, я рада, что ты можешь помочь. Я благодарна. Но я не хочу тебя беспокоить, не буду задерживать. Откровенно говоря, не думаю, что ты побеспокоишь меня. Я не хотела идти на это мероприятие. Буду беспокоить или нет, твоя помощь не потребуется, поэтому... Но я все равно благодарна. Я! Что вы делаете? Реклама. Посмотрите. Что за реклама? Организатор должен заниматься маркетингом перед началом мероприятия. Это нормально. Нет. Уже появилась реклама. Мы не можем отступить. Вы это знали? Ши Сяонянь. Она хотела отменить мероприятие. У меня не было времени сказать оператору, и они уже занялись продвижением. Если я позвоню и попрошу отменить, придется заплатить огромный штраф. Очень хорошо, что твоя студия недавно опубликовала комикс. Почему бы не сходить? Я думаю, тебе правда не стоит отказываться от такой возможности. Что нам делать? Ван Зи, ты в порядке? Я... Этот организатор – отличный партнер. Что ты имеешь в виду? Вот в чем дело. Они уже рекламу сделали. Если мы захотим ее отменить, то потеряем деньги.之间有透明的墙，牵你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏，是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。 你之间有透明的墙，牵你目光探索柔软的窗，颠倒沙漏，是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界，要给就给完全。 要手就手，全部。可是言太潦草，领悟太仓促。那一段路，我们颠倒无数。这一场宁愿孤单，不辜负。